Ты запись делаешь или онлайн? Онлайн. Все. Кто-нибудь смотрит? Ну, если ссылку кинуть, может кто-то и посмотрит, я ж не знаю. А. Я имею в виду, там будет лагать, нет? Не, нормально. Будет все офигенно. Ясно, ладно, давай поехали. Один хрен тебе проиграю, наверное. На многое не рассчитываю. Скину серия. Пусть посмотрит, как я выношу. Так, а подожди, а как я? А на YouTube же, да, идет? Да. Алло, привет. Привет, это ты кому? Тебе. Давай, пошли. Мой голос не слышно, твой только. Мой голос в YouTube слышно? Серия. А, нет. Слышно. Да ладно, что, наш голос в Ютубе слышно? Да. Ну вообще просто. Я даже ничего не нажимал. Алло, привет. Ну, в общем, сейчас. Так, подожди, надо отключить ее, а то она мне идет. Будет мешать сейчас. Я в Англию тоже скинул. Ага. Мы как два спамера с тобой. Ну фудилка, чё там. Можно и поспамить. И попшикаться. Сука. Ты каждый раз ширяешься перед товами. А перед турами, наверное, забываешь, да? В товах меня выносишь. Да. Да, то такое. Так. Блядь, вы чё все сговорились? Ну, это придётся. Ж смотри, это можно, получается, я запускаю трансляцию, кто-то в скайпе сидит, да? Да. И комментирует, можно сказать. Прикольно, кстати. Не понял. Ну, например, там смотри... не синхронно идет, там получается рассинхрон. То есть мы говорим, допустим, звук в трансляцию попадает где-то секунд через 10. О, у меня выкинуло, Азамат. Ну супер, сыграй. Фак. Давай по новой. Блин. Трансляция, интересно, идет, нет? Да должна ж идти. Да, сейчас посмотрим. Прикольно, кстати. Не понял. Ну, например, там смотри... не синхронно идет, там получается. Сейчас. Там еще не вылетело, кстати. Сейчас вот. Вот ты говоришь, тебя выкинуло. Черный экран. Вижу, как загружаешься. А сейчас снова, да, идет? В трене, да. Но да там все продолжается. Я ничего не выключал. Блин, что-то меня стало часто выкидывать. Я... Ну, в общем, типа, можно комментировать, да? Таким образом. Ну, можно играть и комментировать, плюс вот тогда. Прикольно. Чисто по фану. Кстати. Пошел бы голоса, слышно? Все, настроено, поехали. А на видео идет, да, наше? Да, но я сейчас смотрел, там вроде идет. Сейчас состав игру посмотрю. Кто нас слушает, всем привет. Ну, конечно же, нас никто не слушает. Кому... А если нас кто-то слушает, всем привет.
Это как я с Максутом сыграл, он говорит. Зальешь наш с тобой матч в группу. Нахера? Я ему говорю, нафига? По секрету тебе скажу, ну нафиг никому не надо. Не, ну если кто-то смотрит, приятно, конечно, что смотрит. Правда, изучают соперника, конечно, но... А это не очень есть хорошо. Сейчас посмотрю, идет трансляция, нет? 16 место, что там тебя изучать? Ну я в последнем туре Лацо обыграл. Слушай, идет трансляция. Ну все, поехали. Про никто ничего не комментарий не написал, значит никто не смотрит. Да там можно же будет посмотреть на самой трансляции, сколько посмотрела. А, точно. Знаешь, мы же заходили и вышли, все. Понял, прикол? Юто! Нагатому! Какая подача. У тебя новая тактика или нет? Нет, все та же. Нравится мне тактика. Я не раньше не PS2 играл постоянно. Блин. Я постоянно победу приносил. Ты пропал на какое-то время. Все, я вернулся. Да, конечно. С трансляцией слегка подлагивает. Ну пофиг. Значит, поднастроить надо что-то еще. Да я уже что только не настраивал. Блин. Уже. Уже и компьютер новый купил. Все равно, блин. Уже ничего не помогает. На инстинктах буду играть. Вон, смотри, что творится. Основной инстинкт. Отойди ты, куска, ёп. Блин, Антон, отойди. Подошел поближе. Твою ж... На. Да сколько можно? Да я вместо выбрать, я нажимал наоборот. Отпустить. Ну что за хуйня не выбирается? Таунсенд, Куцка. Гуаринище. Эй, Демвинге. Все, аут. Сейчас от Демвинге должен затащить. Ну подойди, что с ним сегодня? Что за хуйня с ним? Что-то у тебя это, игроки отказывают. Все из-за трансляции. Икарди! Икарди! Вот это он. Он у тебя и головой, и чем угодно. Да, разве что только жопу не сбивает. Все, в жизни так забивал бы за Интер. Почаще. Дай! Прессу его! Прессу! Давай! Головой? Головой. Блин, ты меня запутался, Митик. Чем? Нападающими. За кем следить, не понял. Ой. Ну ты чё, блин? Кстати, я что-то вспомнил этот, помнишь, мы играли Let's Fight It? Да. Че, когда втроем. Помнишь, ты записал? Да. Че, угадывали? Прикольная вещь была. Сейчас The Dying Light новый вышел. Там вроде бы можно вдвоем как-то играть, но это, наверное, есть и лицензия. Опа! Демвинге! У меня вратарь просто.
не был готов к такому повороту. Застали врасплох, называется. Непроходимая защита какая-то. Ничего не знаю, в туру все проходят. Опа. Опа. Это не... Это было близко. Че, пас хотел дать. Эшли Янг. Че там? Остин уже летел, как будто его из поезда выкинули. О! Ой-ой-ой-ой, Эшли Янг! Кандальпес, сука, нихера не защитник. Это Эшли Янг. Головастик. Тупо стоял, смотрел. Мяч над ним прилетает. Па-па-па. Повезло, Тоби. Кова Нагатома. Да ты что оттуда бить? Так у него пушка там. Что-то он на 5 слева поставил. Хорош, хорош. Что, угловой? Угловой, да. Блин, дай бой, когда бей опять его прыгнет. Да. Да, ну иногда бывает такое. О, выпрыгнул. Да что? Это центральный защитник деревянный снова. А! Кариса. Эй, свалили. Что, если что, Азамат, будешь комментировать мои а матчи? Как я буду смотреть? По скайпу. Кстати, а как можно? Ну как я гол забью, я через 15 секунд только скажу гол. А. Я не понял. Так не, ну по в скайпе как оно будет? Тебе демонстрация экрана, что ли? Ну да. Там картинка еще убога будет. У меня глаза сломаются на 5 минуте. Если чем можно, конечно, прыгнуть. Нет, так можно ж, наверное, как-то. Смотри. Ой-ой-ой-ой! Вот это да! Ух. Первый раз им штрафной забил. Сейчас я не бью. Слышь, попал так попал. Красный? Да, он красный. А, ясно. Витино. У него сыгры удар страшный, а со штрафного что-то как-то непонятно, капец. Много научиться. Это когда красный только не бешеный сейчас. Ого. Ты вилку подбросил? Угу. Что-то нажал, не понял. Да ёлки-палки. А так, конечно, прикольно было онлайн комментировать матч. Так можно так. Надо только этот, продумать как. Вот, блядь, вот такие. Вот так я касаться сделал. А-а-а. Его не забил. Только там вообще чистый выход в 1-1 получился.
Там. Хорош. Вот то как бил прямо, так и ударил. Как бежал прямо, так и ударил. Сука. Ой-ой-ой. Просто нажимаешь ударом, да, и все. Да, просто жму удар. Янг, набирай скорость. Капец, он с мячом медленно бежит. Ну, вот, он тебе молодец сейчас. Блин, блин, ты что так Ну. понимаешь? Блин, отдал тебе пас. А, давай быстрее. Гитлер. Бля, не додавил тебя. Сейчас твой хвост начнется. Погнали. Тебя Янг, оказывается, сбил, да? А? Тебя Янг забил, оказывается. Так я же говорил, Янг, да? Я показал, кисли там, и тут очень. Да какой там маленький негр бежал? Маленький нигер. Давай второй. Супер тайм. Ню! Сука! Да что такое, блин? Нормально, Ближний нормально. попади ты с... Да. Бля, он сейчас перепрыгнет мяч. Обычно перепрыгивает. Чё там было? Очень опасная игра. Эй, хорош, хорош. Хорош. Та ёлки, ну ты шо, ну ты Как ты не забил? прикалываешься совсем. Надо было сразу бить, блин. Ну давай. Тарань, тарань. Бычок, бычок, тарань. Почти перехватил. О. На. Я тоже супер везучий парень. Ох ты, бля, как он допрыгнул. Ай-яй-яй! О, нормально. Та ёлки! Дудо! Кислый! Блин, Ос! я не знал, кем играть.
Да не было там ничего, ну что там. Ян, ты бить будешь? Да ну ты что, совсем приказ? Ну блин, ну это вообще уже, это издевательство. Да ну... Ворота заколдованы. Тупо знаешь, хост... Оо! Хост-то твой. Да я должен забить. Так, надо что-то делать. Что-то делай. Как так можно сделать? Как можно сделать, чтобы ты мог этот видеть, как играют? Причем сразу, да? Да, чтобы ты мог комментировать сразу. Надо подумать над этим. Ёлки-палки! Да ну, блин! О, давай! Привет, блядь. Что за пиздец, а? Че я могу вообще с джойстик положить и смотреть? Реально, все равно не забью. Блин. Не смешно. Ваш пение смешно. Ковачич нормально. Икарди! Сейчас вот ты бы еще забил бы, блин, вообще было бы. На. Конфетка. А что, должен был забивать? По законам жанра. Действительно, не забиваешь ты, забиваешь тебе. Давай, 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 сука! Ты хрен там! Какой-то, блядь. Приколисты, блин. О. Сука. Давай. Потому что ты ширяешься. О, замены пошли. Надо что-то решать. Блять, я играю как говно. Давай, давай, ты ешь! Да же, нет, блин, ешь же! Только так ты мог забить. Да. По-другому ты не мог забить. Нормально. Гол говно. Если ты себе не забьешь, так я тоже не забью. Ой, хорошо, как Адам. Оп-оп-оп. А ты чё? Фух. Сейчас чуть не слился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! И... Да ёлки-палки, ты кислый, сука! Бедная моя Клава. Охренеть! Чисть! Ты еще так создаешь, вот раз, создал и забил. Просто забросил, принял,
Обработал, ударил. Все, что еще надо? Действительно. Что же еще надо? Да елки-палки! Кислое дерьмо! Что в турах мне так заколдованы были вот это? Таунсен набирает скоростуху. Я оттолкнул. Ну, готово. О, какой штрафной. Я, с вашего позволения. Блин, говно, блин. Надо учиться в обороне. Да сука! Ах, как не дотянулся, а? Блин, ну ты прям отчаянный просто. Уже и центральный защитник прибежал. Тут уже не догонит. А, не, догнал. Угол. Нам надо рисковать и поставить. Как не забило. Мы проигрываем, пацаны, надо атаковать. Нет. Да ёлки-палки. Блять, сука. А, там, блин, сейчас бы пропустил бы, замечательно было. Нет, да, это еще одна. Я свисток, давай, судья, уж ты чё. Еще, ай. Блин. Ну! Все, пиздец. Статистику ты не будешь? А? Статистику. Просто склон нанес больше, чем я вообще поворотов. 24 удара просто сделал. Да. Всем, кто нас смотрел, спасибо. Нас никто не смотрел, поэтому...